Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и да, мы с вами вновь продолжаем, значит, что делать? Проходить троемод, потому что довольно давно мы это не делали, кто обратил внимание, да, все верно, у меня сейчас в моем виде, в экране вы видите сейчас, это было довольно громко, я вам скажу. Ух ты, паучки, ребятушки, паучки. Довольно давно мы с вами не играли. Ух ты! Прям на меня. Какое чудище. Симпатяшка. Нее. Довольно давненько ничего не проходили. Я имею в виду именно в плане не про таких типа как... ух ты, ребятушки. Ну что же это все? Мои чудища-то. Друзья мои, товарищи. Как вас много всех моих друзей. Все ко мне в гости решили прийти. Да, разработчики, я повторюсь, изрядно реально постарались. На! Ох, ты ж как вас много-то, а. На! Давай, подходи. Что на меня? Не знаю, как быстро мы от вот этого... Продвинемся место дальше, потому что что-то здесь прям навеивает прям хардкором полнейшим. Конечно. А, и разработчики на самом деле не зря сделали такую большую локацию, потому что здесь вот в данном случае... Сейчас уже даже пауки от меня разбегаются. Со всякими тараканами. Ах ты, фу, уйдите от меня. Я уже вас не боюсь на самом деле. Все, мы всех раскидали, разбросали, как обычно. Но! Видал? Кого-то там что-то бомбануло. Пердак, походу, кого-то взорвался из наших упырей. Это вообще он горбатый. Он вообще еле-еле ходит. Так. Надо всех, короче, по одному тогда выносить. Раз так не получается по-другому, будем, значит, так делать. Давай. Верблюдище. Так, фонарик закончился, но это не страшно. Так, все прекрасно видно. Пускай гранату сейчас, гренку сейчас достанет. Прикинь, короче, все как разнесет, а. Ух! Паучки! Это был просто неждан, потому что 17 выпрыгнул в меня. Донатик, говорит. Донатик! Он говорит, ребята, донатьте. Видишь? Я не знаю, как ты слышал, не слышал, я слышал. О, прыгай. Встаньте. Этот хэдкрабы самые идичные и самые легкие на самом-то деле. Их бояться не надо. Давай, останавливайся. Голова-то у тебя не может быть бронирован, это ж бред. Давай, успокаивайся, хватит визжать там, пищать. А, еще двое, оказывается, было. Минус один. Один уже успокоился, твой друг. Давай, разрывная! Ну-ка. Пух! Полетели! Здорово! Неужели я твою головешку все-таки увидел? Какая у тебя симпатяшная головешка. Ага, вижу, 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 вижу. А-а-а. Давай, браток, я с тобой покричу. Как гренка хорошо. Смотри, прям под лапу ему. Ух! Космос мы его отправили. Давай, что-то, успокаивайся. Больно, я понимаю, что больно. А ты как хотел. Ты же на меня сам замахиваешься. Я с вами в предыдущей серии заключил завет. Ух ты! Только не с вами! Вот с такими противными с вами я не заключал завет. Завет дружбы заключал с ними, вы помните? Кто помнит, кто... Кто помнит из вас, кто не помнит? Я уж не знаю, кто помнит, кто не помнит. Но я помню точно. Я сообщал о дружбе. О том, что все, планирую дружить с ними. Давай. Они в темноте хорошо маскируются. В темноте их, да, их не видно. Чё-то какой-то вообще наидичный. Да, здесь, в принципе, в большей степени была именно направленность разработчиков именно на шутер, как таковой. Больше даже я лично считаю, вам говорю, вот как я сам вижу, не на сюжетное направление здесь было. Потому что, как таковой, сюжет, ну, тут я вижу просто... На вертолете полетел.
Кто там остался ждать? Главное смотреть по потолкам, ребят. Ага, я понял. Я понял. Там у них, короче, там, скорее всего, у них... Я как понял, респы, и они, типа, до бесконечности должны вылезать. Кто-то в кого-то стреляет. У кого-то какая-то война происходит. Но это нам не до этого, на самом деле. У нас с вами другая задача. Нам нужно проходить тремот, а не воевать с какими-то другими непонятными ребятами. Ну что, хватит там рычать. Давайте, вылезайте, выходите все. Ага. Походу, в доме там засел. Здорово. Дышит. Слышишь, дышит. Я слышу. Тихо! Рискуемся. Кого-то стреляют. А, это не стреляют, это когда кто-то говнище выпрыгнул опять. У нас с вами. Короче, это космодесант. Габинский космодесант. Ладно, чем про Габина шутим, он же не обижается. Мы все его любим. Так, гренки. Они мне, кстати говоря, пригодятся. Дробовички, снеговички. Вот, наконец-то. Прям аж даже не верится. Минус один, минус два, минус три. Давай, подходи. Да уйди ты, я пошутил, не подходи. Не надоело тебе еще, а? Отдохни со своими друзьями. Разносчик пауков. Это знаешь, это, короче, есть доставец, вот это доставка еды, а это будет, короче... Короче, разносчик пауков такой. Много же вас, однако, высадилось-то. Ну да, Габин-то. Любит все делать про запас. Все для людей, что называть, все для народа. А, это пистолет был. Давай там, слышь. Я их уже по звуку на самом деле вычисляю. Я уже знаю, кто где идет, кто где бежит. Поэтому для меня все эти звуки, они совершенно не новые. Так, сейчас надо будет дробовик нам менять, потому что здесь нам. Большое расстояние. Хотя, несмотря на это, эффективность особо даже не спадает у нас с вами. Я вон вижу просто, что они стоят там, поджидают. Самое, что интересно, они на калаш боеприпасы не дают, видишь? На... Который бронебойный этот. Не добежал. Давайте, подходите, ребята. Пули мои вас ждут просто. Вот, хорош, по одному. Правильно. Это другое дело. По одному, когда я люблю, когда можно так вот сделать вас всех. Перегасить. Потихонечку. Блин, дробовичок возьму, иначе я чувствую, надолго это все дело затянется в процессе у нас с вами. А чё вы стоите-то? А, ну они, видишь, опять друзьями решили стать со мной, ну и правильно. Рычат, видишь, рычат, говорят. Что-то выжидают, типа, что выжидают. Но, вы знаете, я люблю дружить со всеми. Будь ты добрый, будь ты такой, сякой. Я не буду в него стрелять, не хочу. Я хочу с ним подружиться. Пускай они будут моими друзьями, тогда я найму их туда за себя, пускай. Так, тихо. Чувствую и вижу, что что-то происходит. Вот. Я тебя вижу. Короче, мы с вами теперь будем в... Знаете, в чем работать? Отловля тараканов, короче, в этот. Как они... Уничтожать будем с вами. А, вот он ты где. Я видел. Я все видел. Короче, в отлове тараканов будем с вами теперь работать. Знаешь, как она называется-то? Служба. Как она, служба, называется-то? Против всяких тараканов я ездил туда, короче, подрабатывал там с одним тараканом. Все, вот, да. Другое дело. А, они вот здесь, оказывается, стоял. Тут прям сверху. Чисто палил меня. Все, здесь у нас с вами все в порядке, ребят.
Мы вот видите, как долго не можем продвинуться. Это потому что все вот они вот тут все время выбегают на нас. F6, сохранка. Можно взять Дигль. Так, телепорт. А, он оказывается... Вы обвиняетесь во множественных нарушениях. Гражданство... Скай. Нет. Мы друзья. Мы подружились. Ну ладно. Как хочешь. Дай. О, костюм 200. Костюм за 200. 5 за 200, костюм за 200. Полетели в космос мы, ребятушки, опять с вами. Отправились в полет. Ну что ж, что сказать вам, даже не знаю я. Get ready to attack. Короче, подготовься, типа, к чему, к атаке? Мне это не нравится. Давай готовиться. По всей видимости, не зря нам, потому что броник это две... О! Атака, короче, уровень первый. Во, выживалка поперла. Давайте, комбайнер. Все, успокаиваюсь. Что это у нас такое? О, это же их, которая палка-выручалка. Побежали, халигали. Давайте. Наконец-то мы этих пауков куда-то ушли с вами все. О, даже такие патроны дали. Смотри, отряд выдвигается нас. Смотри, сколько у нас. Получается четверо, да? Ракеты дали. Сейчас я буду с ракетницы прям всего накрывать их всех. Что это такое? Ой, спутник прилетел откуда-то из космоса. Ну-ка, на! Фух! Хорош! Это мне такой нравится. Смотри, гренками закидывают. Бегай, ребята, отбегайте! Защищайтесь! Охраняйте базу! Все! Целая война у нас опять. Опять эти летучки! Я тебя защищу, братан! Все будет хорошо! Убирайся! На! О! Война! Сейчас смотри, что мы сделаем. Я почему надо оборачивать, потому что мало ли кто зайдет. Может быть такое, мало ли кто понадобится. Я всегда поэтому, ребятушки, оборачиваюсь. С моментами. У меня на наушниках просто ор стоит, поэтому я ничего не слышу, что происходит за моими наушниками. Здесь стрельба вовсю, война. Я не понял, а что, они всех моих гасанули? Нет, все вроде живы у меня. А, нет, одного, один остался. Вы мне подкрепление-то дайте хоть. Как я так буду, ребят, ну что? Ой, это мой, простите. Ой, его тоже гасанули, да вы что? Нет, тут все-таки стреляет. Кто-то из моих... Да ну вас... Дурные. И нельзя так делать. Я сейчас буду прятаться от всех вас. Дайте мне где-нибудь посидеть, хотя на минутку. Вот здесь я сяду. Ай! Что ж такое-то? На! Хорош. О! Бронька. Хилка. Как мне этого не хватало, уйди. Летучка. Нет! Уйди, я сказал. Нельзя меня царапать. Все, ребята, вы напросили сами. А где мой гранатомет? А мне его нет. Патроны взял, гранатомета нет. Hold the respawn дыру. А, короче, какого-то паренька, короче, зареспали. Кто у нас с вами зареспался? Хорошо. Нормально, отдыхай. Короче, типа они... Тут, короче, наши все-таки регенятся, как-то восстанавливаются. Пареньки, ребята. О, красный попёрли. Красный, только белых еще не хватает. Прям целая революция как-то началась у нас с вами в Half-Life, а? Представляешь? Кто в кого стреляет? А, это наши. Не, они только. Они только так раз за разом просто выносят, на самом деле. Это пока вот его становишь, мне я уже успею родить 50 миллионов раз. Вы что? Опа. Дома разносит. Смотри, что делают. Гранаты кидают. Всеми способами хотя нас с вами отсюда выбить. Да не это самое, обойдетесь. Нас тут. Да ребят тоже.
Тут не пальцем деланное сопротивление. Да уйди, я тебе сказал. Не понял, что ли? По-хорошему, найти по-плохому. Вот здесь, кстати говоря, комнатушку можно вот эту. Комнатушку зайди, дай. Пускаю. Это комната для тех, кто респается, походу. Меня туда не пускают, в эту комнату. Перезарядочка. О! Другое дело. Все так. Передышка! Да хватит вы уже, отстаньте от меня, в конце концов. Ладно. Так. Сотка хпшки. Так, СМГ-1, эфлюр has spawned in the... In the... Где? Где in the-то она была, респавнут? Кто это? Нет, погодите, они в кого-то стреляют. Значит, не в меня все-таки. Значит, мои все-таки респаются. Я вторушка респается, мне пишут кнопки, экраны, я... Кого-то, походу, убили. Кто-то вздохнул? Вздохни! Все у тебя будет хорошо. Самые элиты, короче, поперло. Это дело Касимов, ребята. Самые элитные. Самые элитные ребята это в белых костюмах такие. Да уйдите вы, уезжай от меня. Ну да, ага. Да уйдите вы, да как так можно? Вы посмотрите, что происходит вообще. Как так можно выживать? Ну бред же. Короче, по новой давайте, погодите. Не знаю, как что делать. Мне, короче, мне отобрали гранатомет, мне не дали. Если бы гранатомет бы еще был, бы еще можно было что-то говорить. А что тут делать-то теперь? Не знаю. Конечно, сопротивление против вас. Он. На людей нападаете тут. Конечно, сопротивление. Как-то с вами-то еще жить вместе не тужить. На. Мне даже мои подствольные гранаты отобрали. Я же 3 штуки поднимал вроде. Война! Что-то мне всего лишь 3 дали. Смотри, уже 1 вынесли. На. Хорош. Смотри, 1 уже разнесли. Ну иди. Так, сейчас мы все это порешаем. Мне интересно, сколько это выживание будет длиться. Мне вот очень интересно, реально. То есть тут засесть тупо вот так вот сбоку, то мы можем прямо отсюда туда стрелять. Кстати говоря, неплохая такая позиция. Снайперы прямо оттуда вылезают, посмотри, с окон прям лезут. Ага. Ага. Да, нет, там мы уже спокойно не посидим с вами. Конечно, понимаю, ребята, что пытались сделать очень крутой супер-мега-шутер, но... происходит, что кто-то бьет там, а? Просто я через наушники чувствую, что дом содрогается. Мне страшно. Уйдите, 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 уйдите. Роботы. А, не киборги. Ну-ка, да на тебе. Промахнулся. Уйди, 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 уйди. На. О, уйдите. Они уже сюда залезли. Да уйдите вы все. А, вон наши прибегают все равно. Нет, смотри. И они их заодно отвлекают на себя. Слушайте, есть первая волна такая лютая. Какая же будет следующая? Мне страшно даже представить просто. У нее очень большая такая скорострельность, из-за чего разброс пуль довольно большой. Я вам скажу, ребята, с такой штуки издалека стоять вообще не варит. Но у меня другого варианта нет! Просто нет. Да уйди в конце-то концов. Нет, пистолет это по такого расстояния точно не вариант стрелять. Дайте его передохнуть-то. Будьте вы людьми, вы же люди. Я, конечно, понимаю, что вы НПС, и я понимаю, что вы там всякие ФПС и тому подобное. Но будьте же вы хоть немножечко людьми. На. Не, вроде нормально они стреляют, вроде не косят.
Здесь, да, самое главное, короче, это здесь наверху не спускаться, здесь вообще нельзя спускаться, ребят. Внизу там точно кольт, хэспаунет эндерум какой-то, опять какой-то кольт. Но что значит 357? Как это понятно, 357? Не знаю, может какой-то код непонятный. Кто ж не поймет. Война, какие-то заборы там оставили свои. А, во, уже красный поперли, смотри, короче, что было примерно. Примерно к этому самому, как мы с вами возвращаемся. Да ты попутал, что ли, совсем? Очкозавр. Все, хватит. Так. Что ж там происходит? Мне страшно. Дайте я сяду где-нибудь. Засяду вас. Посижу, поночкуюсь немножко. Смотри, что делать. Гранаты летят. Нормально. Смотри, по пятке гранаты летят. Дай им хоть бы что вообще. Живучие какие. Бах. Бабу вынесли. Или мужика, не знаю, кто это такой был. Короче, кто-то из сопротивления. Надоело вам. Возьмем сейчас дробовик, сейчас будет поближе подходить. Ой, давай, отдыхай. Чисто так на расслабоне присядем. Наших нет. Всех вынесли. А, не, во, кто-то бегает. Кого-то стреляют. Но это не меня. Хорош. О! Ребята, вы вернулись. О, you're come back. Как там говорилось в одной из всеми нам знакомых игр. Вернулись, ребятушки. Сейчас мы вам там... Пау! Хорош! То есть, короче, нужно, знаешь, какая тактика? Засел и сиди. Вот так вот ты сел и сиди где-нибудь в сторонке. Никого не трогай. И все будет хорошо. Просто сокон будем снимать их. СМГ 1М, Альтефарах и спаунт. А, это, короче, автоматы. Не такие, типа, какие-то кодовые названия непонятные. Я просто здесь пробегусь и обратно сяду. Пойду, все. Хорош! Прям вообще что-то тут гренками закидали нас. Гренки мы не хотим, мы уже поели, спасибо. Во, белые пошли, беляки. Я чувствую, сейчас дойдет до того, что, короче, какие-то самолеты прилетят и вертолеты. А у меня нету ракетницы, нету. Ракетницы отобрали. О, сейчас я с вами по своим как раз смотрю. Сейчас в космос отправится в полет. Давай, минус один. Сейчас должны наши опять зареспавниться. Прибежать к нам в гости. Я надеюсь, меня было слышно. Я очень надеюсь. О, опять стрельба, пальба. Видишь, что происходит? Наши. Минус гренка. Баллоны что-то сваляются. На, минус один, опять гренки летят. Все, прячемся, я убегаю. Отстаньте от меня. Я вновь на свое сокровенное местечко сночковался. Вот и все. Кстати, у меня такое чувство, как будто игра довольно громко, кстати говоря, работает. Я вот не знаю почему. Я не знаю почему, но у меня такое вот мнение. Такое почему-то у меня предположение. Тихо-тихо-тихо, не-не-не, я в домике. Все. Было написано первый уровень выживания. Вот я повторюсь, первый уровень. Мне страшно представить, какой будет второй. Если мы с вами то, что видим, то мы видим. Нам с вами не мерещится, кстати говоря. Давайте, короче, проверим. Так, еще минуток, наверное, 15 поиграем. Если сейчас... О, атака левел 2. Все, только я заговорил о первом уровне. Уже попер второй левел. Crossbow has found in the room. Crossbow это, по-моему, вроде как бензопила, но... А, не, Crosshair бензопила. Цепная пила. Ну, перевод. Там что-то связано, короче, с цепочкой там и... Как кросом! Не, ну, ребят, это нельзя так делать. На уши винтгоры поднять. Подожди, я знаю, что я вообще сделал? Я отбавил... Да, я отбавлю, короче, уровень сложности на легкий. Потому что так иначе я не буду вообще с вами связываться. Ой, ты это что здесь делаешь, чудище? Верблюдище. Насаскивай.
Не, ну, ребят, ну это уже вообще, это переходит все границы, я вам скажу. В обычной халпе даже его нету, его здесь уже сюда приперли. Все, отдыхай. Кто-то улетел в космос. Растворился. Небытие. О, спасибо. Автомат прилетел. Все. Так. Все, минус один, минус два. В окошке. На. Так. Все. Отдыхай. Красавчик. Робот. Киборг. Вот. Ой, патронки пришли. Ну-ка. Ну-ка. Поляшечкам. По ножичкам по вашим. Постреляем. Что там он? Воу! Мужика снесло. Ой-ой-ой! Чего ты хочешь меня? Отстань от меня, чудище. На трех ногах, так и лаповая. Ламповая. Так, это мы все забираем. Спасибо, это мне. Как это мило с вашей стороны. Ракетницы, короче, у меня нет. Патроны есть, оружия нет. Весело. Ну-ка, ты тоже отдохни. Где мои друзья? Сейчас они зареспятся, ко мне обратно придут и вам будет. А-та-та. Вот и все. Готовы? Видать, не готовы. Ну что ж поделать. Все. Ваших роботов мы опять, как всегда, уничтожили. Еще одно идет, я слышу, там меня рычит. Ой! Кто-то улетел. Космос. Аккуратненько его там в окошке. Ой-ой-ой-ой. Это уже наглость, я считаю. На! Ай, больно! Все. Спокойненько, ребяточки. О, еще одни пришли на подмогу нам. В нашем нелегком сражении. Все, я отсюда валю обратно наверх. Запаслись боеприпасами, гренками и всеми-всеми штуками. И можно прятаться. Еще одна пришла, давай. Я тоже сейчас с вами. Там что-то опять зарычало, запищало. Не знаю, какие звуки она не издает, непонятно. Ну-ка. Все хорош. R2 Emo Altfire has been spawned in D. Что-то наши ребята не справляются. Нам подкрепление бы еще хотя бы человек бы 2-3. Ой, 28-я минута, ребятушки, боя. И мы с вами все до сих пор выживаем. Продолжаем выживать в самой гуще событий. В самом пеклище. На! Ну-ка, дробовичка, ты прям в лобешке. Отдохни, передохни, хорош. Все. Слушай, это реально, ребята, это какое-то сражение, прям. Такой битвы в основном в Half-Life даже, по-моему, не было. Сопротивление, как и здесь сейчас. А, ну ты меня хочешь таран взять, пучара? Ну ладно. Все, не получилось у тебя. Не смотри, они сразу все растворяются. Как так можно? Читеры. На! Все. А где патроны-то? Вы серьезно? А не демо. Дайте боеприпасов. Давай, братан, выживай. И все у тебя будет в порядке. Главное, верь. Давай. Давай, ага. Да, с ноги-то и я могу так дать в нос. Думаешь, это будет честно? Нет, конечно. Видишь, что делаешь?
Прям в упор подходит и бить начинает. Лапами. Тихо, бабу, живи. Не кричи, не ругайся, все будет хорошо. Я не обещаю, но надеюсь. Все. На. Демо, а не демо. Все. Отдых. Патроны. Лишними не будут. Он опять там прибежал, но походу его тут же и разнесли этого прибежателя, как там был. Не, ну ребят, это уже слишком люто. Пока все понимаю, но это уже нечестно. Переходят всякие границы. Да на! На, как ты головешку ударился? Понравилось? Конечно. Лбом об стенку. И будет совет на будущее. Все. Да. Ребята, битва лютая. Не помню, даже добегать не успевает сюда. Интересно, сам разработчик вообще проходил свою эту игру, которую он разрабатывал или нет? Мне так кажется, что нет, это специально было на проверку наших нервов просто создано. А почему не работает? Он же железный, кусок. Кусок железа. Спасибо! Какие-то челики, короче, нам помогли, а это наши. А нет, это враги. Ой, самое главное, что помогли, ребята, все остальное уже не важно. Подганганули, так сказать. Вот. Атака, уровень третий. Сколько же тут уровней-то? В конце концов, успокойтесь, пожалуйста. Дайте мне больше подкрепления моего. О, я понял, ты попер, короче. А их же без гранатомета никак не вынесешь. У меня гранатомета-то нету. Я тут сюда спрячу, здесь посижу. Эй! Я тут прячусь! Слушай, отойди от меня. Так. Все равно эти появляются. Вы хоть бы одного бы оставили бы этого робота высокого и все. Я считаю, остальных там выдавать уже. Это, ребят, уже реально сверх просто выше сил какой-то моей вашей нации. Я не понимаю просто, его можно вообще с автомата пробить или нет? Нет, я не тоже не спустить, потому что там эти были. Чурики, дурики. Велики, болики. Анаболики. Да, я, короче, досейвимся, давай. Я засейвился, короче, если вдруг что. С этого момента с вами стартанем, если вдруг. О! Что дали? Ну-ка! Барретт! Отдыхаем! По-моему, это вообще бесполезная затея, ребят. Вот реально, ребят. А, это наш, братан, ты чё так не пугай меня? В темноте тут бегает. Дружище мое. Лохматая борода. Да вот она! Ну что? На! Допрыгалась! Отойди от меня! С дороги отсюда! Полукиборг. Так, а здесь можно куда сесть? Здесь, кстати говоря, тоже можно сесть, ребят. Я сейчас вот так вот сяду. Вот так вот прицелюсь, как выстрелю. На! На! Тебя вообще, у него просто его унесло вообще отсюда. Все, тихо, я начкуюсь. Да, ребят, без брони тут, конечно, люто. Без броньки здесь вообще не сыграешь ни в какую. На, отдохни-ка. Ну-ка, полетели. Он хоть не всегда по нам стреляет, это ладно, видишь?
На! Минус чудище. А, ну теперь-то они, конечно, не пробивают, когда я легкую сложность поставил. На! На! Перезарядочка! Так! Мимо! Еще одна вышла. Да что ж такое-то? Сейчас я гренки, погодите, пособираю, ребят. Уйди! С дороги! Да, на легкой сложности слишком легко. На... Не, в обычную игру надо на средней играть, ребят. Да слишком уж легко это вообще так, прям на изи. Но здесь-то просто такие толпы бегают, здесь по-другому никак. Иначе будет нереально просто. Ну-ка. На. На. Все, не надо на меня мычать, слышишь ты? Сам там сначала против меня вышел, а теперь мычит там стоит. Ага, конечно, сейчас. Опять ты? Да что ж такое? Я не успел по тебе соскучиться, а ты уже появился. Все. На отдых. Сейчас мы его снизу-то подстрелим. На, давай. Чудо. Мое. На. На, да куда ты за ракета летит? Все. Мне так кажется, на самом деле, ребят, дальше уже некуда. Единственное, наверное, что может быть, что это вертолет. Мне, конечно, это не удивит, глядя сейчас на все происходящее. На. Все. Где мой друг? Где мои друзья? Вот они. Не трогайте их. Ой, тихо. На. Ах ты ж. Уклонился, ты видел? А, еще пришла толпа. Еще один. На, давайте. Кто на меня? Прям здесь же респаемся. Прям тут он. И стреляем, и воюем. Видишь, и митингуем. Против этих ребят. Все. Отдых. Так. Здорово. Что ты? Криворокое, кривоногое существо. А ты чё, слышь, улыбишься? Все, да улыбался. Ой, ребята, ребята. Да на. Так, бежим сюда. На. Да что ж такое-то, а? Давай, падай. На. Все. Не взял ты меня на разгончик-то, а? Так, где там оно ходит? Все. Сейчас мы тебя и снизу тоже еще. На. Четвертый уровень. Вы серьезно? Ребят, ну это уже перебор. Ну-ка, слышь. Все. Сейчас, скорее всего, я прям чувствую, что будет огромное количество вертолетов, поэтому надо нам с вами прям запасаться. Ракетами. Что-то куда-то мимо, не туда все полетело. На. Да что ж такое-то?
Ой, Гренка полетела случайно. Отвлекся на письма какие-то опять у меня летят. Да что ж такое? Кто здесь? Бочка. Опять ты. На, давай. Это было больно. Сейчас я слышу. На. О, хорош, разнесло. Так, кто там с кем-то опять стреляется? О, здорово. Давайте. Так, кто там опять? Прилетели. На. Минус один. Еще и белые побежали. Да вы чё, прикалываетесь, что ли? Не, ну, ребят, ну это уже слишком. Пятый уровень. Я надеюсь, что пятый это последний. Дальше просто выжить здесь будет нереально, я чувствую. Это что такое? Мины! Это уже я даже музыку не слышу. У меня уже, у моего персонажа уже от такого количества стрельбы просто оглушение, по-моему, произошло. Так же нельзя, что вы делаете? Дайте хоть сохранюсь. Дай сохранюсь, я говорю. Мины, мины, беги! Это же мины, братан, сейчас тебя разнесет. А, не живой, нормально. Вот! Вот своих и накрываете. Правильно, так ему надо. По делам. На! Чё-то минус вертолет, походу. Кто там такой летает, да? Наглый, слышь? На. Все, я тоже так умею стрелять. Не дают мне, короче, брони, потому что у меня уже нервов моих не хватает на эту броню. Где он? Я найду. И будет тебе очень плохо. Где ты? На. Да на! Отряд двигается. Это хорошо. Но они все равно, смотри, в принципе, ты как бы гренками нам своими этим помогают. Они же своих тоже ранят, считай. Так, все, забираем. Все, что есть. Все, здорово. Получай пули в лоб. И до свидания. Ух! Бам! Давайте. Да ты прикалываешься, что ли? Когда он уничтожится? Что за бред вообще? Вертолеты столько не могут выдержать выстрелов из РПГ вообще. Это бред. Дичь полнейшая. Все. Отдыхайте, ребят. Да уйди. Все. Что тут опять такое? Да ты издеваешься надо мной. Ай, больно. Да на! Еще опять кусок какой-то у него там железо, фанера отлетел. Да на! Давайте. Кого-то, короче, вынесло из окна, я увидел. Походу, это был водила. Нет, походу, что у них даже без водителя их транспорт летает. Настолько уж они лютые ребята, что у них даже без водителя летает транспорт. Все, перезарядка. Мимо. Отдыхай. И ты отдыхай. Все, давайте. Отходи. Не мешайся. Либо у них несколько вертолетов, либо я уже не знаю. У меня уже нервов не осталось. На! Прямо вдогонку, в пердак ему. Запульнули, как его, прямо продырявили его этой ракетой. Так.
Тихо, погодите, я сюда есть за патронами. Все, ребята, воюйте без меня. Нет, не надо. Автомат я не хотел просто брать. Замедляет, потому что, видишь, что делают. На! Да что ж такое-то, а? Что ж такое-то? Да на! Я не знаю, но, ребят, ну это просто что-то с чем-то. Такая война. Опять у вас тут шары полетели. Отстаньте от меня. Что ж такое-то? Да на! Друзей моих не трожь! Все. О! Видал? Какие-то фиолетовые текстуры, короче, полетели. Your complete the mission. Выполнили миссию, видал? Все, короче, видать, ребятушки. Ой-ой-ой-ой-ой! Тишина. Да я комплит, демиссия. Никого не вижу, включите экран черном. Черным черно. Уйдите. Я комплит, демиссия. Я не вижу, откуда стреляют. Я выполнил все миссии. Комплит. Демиссия. Комплит! Уйдите! Комплит the mission! Я миссион комплит! Миссия! Я комплит! Кто там где? Короче, не знаю, что происходит, ребят, но да. То, о чем я говорил ранее, разрабы, конечно, молодцы, но. Нет. О! Включили экран, спасибо! Ну я же комплит, the mission. Не может быть их тут больше. Последние. Должны были быть последние. Последние, наверное, бежит, да? Я просто больше, но никого не вижу. Ребят, это что-то с чем-то, вот честное слово. Все. Последний. Ну ладно, так и быть. Последний. Все, что ли? Да нет, все. Давайте уже, ребят. Мы же уже сказали, что все. Вон, видите, у вас роботы валяются уже. А что здесь у нас? А, здесь закрыто вообще было. Они вон за мной, видишь, бегают теперь. Короче, ребятушки, вот такой у нас с вами был трей-мод. Он был лютый. Кто досмотрел, спасибо, кто дотерпел, потому что, ну, реально, ну, было, честно так вам скажу, хардово. Немножечко хардкорно. Да что ж такое? Так что, все. Поиграли, отыграли. Так что, до новых встреч. С вами был ваш Юран. Огромное спасибо за внимание. Ну-ка, челик. На. Скоро увидимся, не переключайтесь. Буду много всего не менее крутого и классного. Так что, с вами был ваш Юранка. И спасибо еще раз за внимание. Если не подписались на канал, обязательно подпишитесь. Рассказывайте друзьям, поставьте лайк. Так что, будет классно. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. И пока-пока, ребятушки. Вот так вот.